Привет, друзья! Ну что, сегодня 8 сентября 2013 года, и мы находимся в месте, которое может стать историческим, поскольку сегодня здесь, в городе Киеве, на стадионе «Спартак», будет проведено собрание. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Собрание, которое будет инициировать проведение референдума по народной инициативе, по вопросу интеграции в евразийский экономическое пространство. Ну что хочу сказать, украинский выбор очень серьезно принял участие в этом мероприятии. Хочу также сказать, что вот одним из вопросов сегодняшнего референдума будет утверждение списка участников инициативной группы по сбору подписей. Всего 9892 человека будут сегодня рассматриваться. Также хочу сказать, что половину этого списка, 4946 человек, подготовил и подал украинский выбор. Вот. Так что мы славно потрудились и надеемся, что в любом случае результат этого мероприятия будет позитивным. Хочу также напомнить, что 4 миллиона 600 подписей по подобным вопросам по проведению референдума за единое экономическое пространство, интеграцию в единое экономическое пространство, уже было собрано. И эти подписи находятся в администрации президента. По большому счету, нужна политическая воля. Политическая воля идти тем путем, который определяет украинский народ. Мы смеем предположить и практически уверены, что большинство населения Украины, большинство украинского народа хотело бы интегрироваться и развиваться вместе в таможенном союзе, в едином экономическом пространстве с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами, поскольку другого пути, наверное, все-таки у нас нету.